Всем привет, друзья, с вами я, Компот, и добро пожаловать на мое новое видео. И сегодня, ребята, у меня выходной. Сегодня я поистине, по-настоящему отдыхаю и могу провести в своем любимом доме хоть целый день. Мне не нужна никакая мотыга, мне не нужны никакие семена пшеницы, пусть это полежит здесь, ребята. Сегодня у меня дел и так, так сказать, по горло. Во-первых, поиграть в компьютер. Но благо я это сделал за кадром. Во-вторых, мне нужно переплавить руду, которую я недавно накопал в шахте. И также что-то не хочется кушать, пожалуйста. Пожалуй, сделаю-ка я себе сэндвич, ребят. Это все мы сегодня будем делать в доме, так сказать. Уютно сидеть, никуда не выходить и нормально, культурно отдыхать. Ладно, давайте закинем всю руду плавиться. Так, где у нас руда? 17 руды и 32 угля. Да, сделаем именно это прямо сейчас. Давайте, чтобы быстрее было, вот так вот разделим пополам. И уголь тоже разделим пополам. Вверх мы положим, значит, 9 железа и 16 угля. Так, вроде все, да. Отлично плавится. Кстати, ребята, сегодня... Сегодня, раз уж у меня свободный день, можно еще сделать и ремонт. Небольшой такой, так сказать, мини-ремонтик в Майнкрафте, например, не знаю, пол немного переделать или немного стены подкрасить, может потолок поменять, освещение поменять. Я думаю, что сегодня как раз-таки тот самый день, когда мы все это прекрасно можем сделать, и никто нам, так сказать, не помешает. Кто еще там пришел? Не понял. Погодите, ребята, гости, видимо, у меня. О, привет, житель. Ух ты, а что это ты тут делаешь? Привет, Компот. У меня к тебе есть большая просьба. Можешь, пожалуйста, перестроить свой дом и построить его-то где-то в другом месте? Я хочу сюда свой дом поставить. Нифига себе, маленькая просьба. Житель, вот давай хотя бы ты не будешь меня нагружать сегодня мой выходной. Дай мне, пожалуйста, спокойно отдохнуть и, пожалуйста, проваливай отсюда, житель. Я не буду ничего перестраивать. Ты что, с ума сошел? Хочешь, чтобы я перенес свой дом, что ли? Ну, Компот, ну убери свой дом, задолбал, бесишь ты меня. Да не буду я ничего не убирать, отвали и уберись отсюда свой КамАЗ с деревом. Иди в другое место там строй свои всякие домики, все, не мешай мне, проваливай давай. Так, что там, ребята, по железу? Ух ты, а железо-то, ребята, уже плавится, смотрите, тут вообще переплавилось, все. Отлично, отлично. И тут осталось последнее, давайте, ребят, подождем еще немножечко, так сказать, и... Да, ребята, все, отлично. Мы забираем отсюда все и складываем в сундук. Теперь у меня есть переплавленное железо. Кстати, давайте мне сделаем тогда уж броню, раз уж на то пошло. Например, сделаем мне нагрудничек. Так, так, о, кстати, котел можно было сделать. Нагрудничек. Дальше сделаем мне штанишки. И, в принципе, мне больше ни на что не хватает. Только на меч, но меч у меня, благо, есть. Ну, ладно, зато у меня есть крутая и модная, так сказать, броня. Так, что бы еще поделать дома? Блин, ремонт, конечно, как-то ленивый. Так, а что тут плавится еще? А, да, плавится. Слушайте, давайте в компьютер поиграем, точно, но для этого нужно перекусить. Давайте-ка я сделаю себе сэндвич, так, компьютер временно уберем. Возьмем, значит, ингредиенты для сэндвича. Хочу сделать тебе реально суперский вкусный сэндвич. Так, давайте досточку кладем, хлебушек, давайте сырочек, мясо, салатик, помидорка, сырочек, бекон, мясо, салатик, помидорка, бекон, сырочек, сырочек, салатик. Вот так. Такой вот гигантский сэндвич я хочу себе сделать и забираем его. Вау, ребят, слушайте, какой он прикольный и большой. Посмотрите, он размер практически во всю мою руку. Так, ладно, окей, убираем это все отсюда. Давайте сложим это все на место. Возьмем, значит, ноутбук и поставим его стоять, так сказать, на место. Хопа, все, поставил его на место. Остатки убрасываем. Смотрите, какой у меня сытный получился и вкусный сэндвич. Так, ребята, ну что ж, поехали играть. Давай, 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 тащи, тащи, тащи. Да, ребята, победил, фух. Слушайте, ну сэндвич был очень вкусный, я его съел. Блин, а чё, как дома темно? Может, окна открыть и... Чего? Ничего не... Погодите, ребята, да чё... Это что такое? Житель! Эй, ты чё тут делаешь? Я не понял, какого фига? Ты чё творишь с моим домом? Ты офигел? Компот, ну что, ты мне сам отказал. Нефиг мне отказывать, дебил. Сейчас я все застрою, так сказать, а ты быстренько съедешь отсюда. Тупой житель, ничего ты тут не будешь делать. Так, а ну-ка, убирай давай все. Тупой, блин, житель, ты совсем что ли не понимаешь слова нет? Я же сказал, не буду отсюда переезжать. Какого фига ты застраиваешь мой дом? Я что-то тебя вообще не понимаю. Машину тут свою пригнал с техникой. Сейчас я все тут поломаю тебя. Каждую машину, житель, тебе поломаю. Все, пошел вон со своими машинами отсюда, со своими кирпичами. В принципе, иди, все, пошел вон отсюда. Ну зря ты так, Компот. Машин-то у меня много, таких мощных, что могут твой дом хоть увезти. На что это ты намекаешь, тупой житель? Все, иди отсюда, давай, достал ты меня. Так, ладно, все, ребят, давайте дальше все убирать. Выдает, конечно, этот житель. Так, это убираем тут абсолютно все.
Фух, ну наконец теперь-то в моем доме будет светло, и никакой житель не помещает. Блин, ребята, спать страшно теперь, представляете? Приедет еще ночью, застроит мой дом, там зальет бетоном. Нафиг надо, я же потом 3 года буду удалять, слава богу, кирпичи у меня не засохли. Так, ух, все, ладно, ребята, дом в целости и сохранности, так, никого тут нет, надеюсь. Ну, надеюсь, больше никаких, так сказать, любителей застроить мой дом сюда не придет. О, ребята, у меня идея, как обезопасить мой дом. А давайте-ка защиту сделаем, прямо сейчас сделаем реально крутую защиту, и никто не сможет войти в мой дом. О, ребята, отлично, как раз ночь, так, тут нет рядом поблизости никаких жителей, нет, вроде никого нету. Так, все, ребята, давайте сейчас я такую защиту забабахаю, ни один житель не посмеет у меня никогда, так сказать, взять и украсть мой дом, так сказать. Все, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, и давайте вот так, хоп-хоп-хоп-хоп, намекает, блин, тут стоит. Ребята, мне кажется, он реально, житель настолько психи, что они реально могут взять и украсть мой дом. Вы слышите, что житель говорил? Говорил, что может увести мой дом, с ума сошел. Ну ладно, мой дом, в принципе, он же в землю вкопан, как он может увести? Это просто нереально, ребята. Так, ладно, давайте вот так вот я сказал, и вот так вот. Все, ребята, мой дом уже хорошо защищен, но это еще не все. Я хочу вот тут вот поставить, во-первых, блоки, которые перекрывают проход. Дальше вот тут вот блок, который перекрывает проход. Вот тут вот дорогу перекрыть, в принципе, тоже можно. Так, давайте вот тут тоже все закроем. Угу, отлично. Вот сюда вот поставим еще один блок. Да и, в принципе, ребят, все. Вот сюда вот можно еще поставить. Ой, ё-моё, что я наделал? Вот сюда вот можно еще поставить. И давайте вот сюда вот пусть тоже будет. Вот тут вот. Вот так все перекроем, так сказать, закроем. Хопа, и вот так вот хопа. Все, ребята, к моему дому уже больше никто не пройдет. Никто не сможет зайти к моему дому. Не сможет его забетонировать, залить, застроить, украсть, что-нибудь еще. Неважно, короче, с моим домом, ребят, теперь все будет прекрасно. И все будет хорошо. Блин, что-то я утомился с этой застройкой дома, ребят. Наверное, пора спать, потому что спать реально хочу. Так, все. И ставь лайк, если, ребят, зевнул, потому что я сейчас зазевался что-то. Ладно, ребят, пора гасить свет и... ложиться спать. Спокойной ночи всем, ребята. Ё-моё, чё за звуки такие? Ой, ё-моё, чё это за фигня? А? Ё-моё, ребята, что происходит с моим домом? Я не понял, где мы... А? Чё? Чё это было только что? Почему мой дом сейчас трясся? Это чё, землетрясение? Не понял. А, чего? Где я, ребята? Это что еще за место такое? Офигеть! Что, колеса? Чего? Житель? Это ты житель? Так, житель, значит, послушай меня сюда. Я не буду тебя убивать, и не буду на тебя орать, и не буду на тебя кричать, только потому, что я только проснулся. Но как я приду в себя, я обязательно это сделаю. Какого фига ты увез мой дом из деревни жителя на своих тупых машинах? Меня бесит твои машины, опал. Что за опал, ё-моё, я не понимаю. Блин, ребят, смотрите, он реально просто взял и утащил мой дом на своей машине. Как ты так сделал, чтобы я не проснулся? Житель, так, а ну давай-ка возвращай все на место. Нет, не верну. В смысле не вернешь? Давай-давай, иначе сейчас сяду в твою машину и без тебя уеду, будешь тут один в этом лесу стоять. Ё-моё, блин, ребята, мой дом взял и увез. Давай-ка возвращай назад, я тебе сказал. Не вернешь, я пожалуюсь мэру. Эх, ладно, Капут, ладно, я верну, если ты мне пособираешь цветочков на этой поляне. Буквально 5 цветочков, я многого не прошу, я тогда возвращаю тебе твой дом. 5 цветочков? Да пожалуйста, только давай быстрее, там упаковывай и возвращай назад. Так, хопа, давайте, 1, 2, 3, 4. 4, ё-моё, блин, 5. Ну, давайте еще побольше ему соберем. Так уж и быть, в принципе. Можно, знаете, что еще? Ну, вот эти цветочки давайте пособираем. Можно в этом адском биоме что-то найти. Ё-моё. Слушайте, я никогда не видел этого адского биома. Нифига себе, впервые в этом месте. Страшное какое-то место. Ладно, поскорее бы домой вернуться. Это тупой житель, интересно. Он там, что, он там уже взял мой дом, так сказать, упаковал? Все, ребят, давайте быстрее садимся в машину и поехали назад в деревню. Я думаю, что житель осознал все свои ошибки. Не понял? Не понял? Житель? Ребята, я прокололся по полной. Житель меня обдурил. Он уехал. Он свалил и оставил тут мой дом, но он подпер деревяшками и уехал. Ё-моё, как я мог ему поверить? Какие цветочки? Нафига жителю, у которого есть машина, нужны цветочки? Я не понимаю. Ой, я дурак, ребята. Меня просто взял и обманул житель. Что мне теперь делать? Я один теперь нахожусь в каком-то непонятном месте, а житель просто увез мой дом вместе со мной. Хотя, ребят, я знаю, что делать. Так, погодите. Он ехал в ту сторону, следовательно, он приехал оттуда. Так, ребята, скоро вернусь к вам, ждите меня. Ё-моё, сколько можно уже тут бежать? И... О, кажется, деревня моя...
Опа. А вот, кажется, и постройка этого тупого жителя. Ребят, погодите. Давайте тихо подберемся. Так, что он там на месте моего дома построил? Офигеть, ребята. Слушайте, а построил неплохую построечку, но... Какого фига он убрал мой дом? Он не мог просто рядом построить это? Офигеть, вот тут, ребята, раньше стоял мой дом. Ну что, так сказать, житель, сейчас ты у меня за все ответишь, житель. Сейчас ты у меня за все. Ой-ой-ой, как ответишь. Ой-ой-ой, как ты у меня сейчас за все ответишь. Хопа, минус домик. Хопа, еще раз минус домик. Хопа, еще раз минус домик, ребята. Я думаю, что когда житель вернется, он будет просто в шоке, что случилось с его домом, на который он угробил так много сил. Ну ничего, ничего, ему полезно, ребят. Нефиг мои дома тут воровать. Все, ребята, уничтожили мы его дом. Так, ладно, все, мне нужно быстрее вернуться туда, мне нужно, наверное, нанять какую-то грузовую машину, чтобы мой дом вернули назад на это место. Но житель, конечно, дает. Ну ничего, ребята, он сейчас пострадал намного сильнее, чем я. Мы разбомбили его дом, так сказать. Ладно, все, ребят, я побежал за своим домом. Увидимся в следующем ролике. Следующий ролик выйдет уже завтра, не пропустите. Все, ребят, спасибо большое за просмотр. Всем удачи, ребят, всем спасибо и всем пока.